твоя. Знаменитую песню Энджи «Ангел» разносит над толпой голос Микки Джаггера. 18 сентября 2005 года, парламентские выборы в Бундестаг. Момент истины для христианских демократов. Кульминация политической... Именно вот династии Вестерсбахов королей, потому что снова начинается нумерация, поэтому не удивляйтесь, что снова будет Людвиг первый, Людвиг... У немцев не принято воровать из казны, на самом деле. И тем более при каком-то строительстве вот такого для мюнхенской Баварии, то есть этих людей, если была смертная казнь, я думаю, что мюнхенцы бы этих людей точно казнили. 71 тысяча. На самой арке мы сейчас с вами прочитаем. Арка построена, да, во имя побед и поражений во время войны, как ни странно, 1800 веком нашей эры. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь и Аристотель, и греческий еще принимал участие в 30-летней войне, которая длилась с 1618 по 1648 год. Фон Витте. Это тот офицер, который заморозил баварские войска во время русской вот этой войны, когда был Наполеон у нас. Посмотрите, пожалуйста, Максимилианиум плац. Посмотрите, пожалуйста, это работа Бертольда Роль, дамы и господа, да, с 1806 года король, то есть звание они имели фальцграф, изменил Наполеон на звание короля. Ну и вот так вот выглядит Мюнхен. Да не надо. Пару